Я Таймас Махатвиликов, посетил магазин берлогов в трезвом состоянии, хотел приобрести спиртное, но не посмотрел на время, вступил в конфликт с продавцом, почетной Татьяной, которая имеет личную неприязнь ко мне. Уважаемые члены совета, я бы не хотел ворошить прошлое и забытое, вспоминать, какой конфликт был до этого. Продавец отвечал на мою просьбу в грубой форме, после чего я не сдержал эмоций, которые выразились нецензурной бранью, так как у меня буквально за несколько минут посещения магазина состоялся разговор с женой в машине, и произошел очень серьезный конфликт, который я бы тоже не хотел выносить на обсуждение комиссию. Я был не в себе после разговора с супругой и очень сильно нервничал и не смог сдержать свои эмоции. В своем поступке чисто сердечно раскаиваюсь, принес свои извинения как продавцу магазина, так и тем, кто находился в магазине. За все время работы на госслужбе не позволял себе подобное поведение и очень сожалею, что так получилось со мной впервые. Прошу уважаемую комиссию вынести по отношению ко мне справедливое решение. У меня все.